Пьяный ангарачанин с игрушечным пистолетом ограбил супермаркет. Вечером в одной из торговых точек мужчина набрал пакет продуктов и прошел мимо касс, не оплатив товар. Об инциденте в дежурную часть управления МВД сообщил охранник магазина. Он преследовал налетчика, но тот стал угрожать пистолетом. После совершения преступления сотрудниками вневедомственной охраны был задержан ангарчанин, 55 лет, местный житель. Данное лицо официально у нас не трудоустроено. При попытке скрыться лицо было задержано. При личном досмотре которого был обнаружен пистолет, который он угрожал охраннику супермаркета, а также был обнаружен нож. Был изъят пакет, в котором находились продукты питания, непосредственно похищенные подозреваемым лицом. Впоследствии данное лицо было доставлено на медосвидетельствование, где было установлено, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.